Отец, кто он? Надеваешь его ботинки и спотыкаешься. Примеряешь очки и говоришь: «Я папа». Выпрашиваешь ключи от его машины и, садясь за руль, чувствуешь, что ты взрослый. Донимаешь глупыми вопросами. После тяжелого рабочего дня садишься к нему на колени и спрашиваешь: «Что ты принес мне?» Стремится исполнить твои капризы, несмотря на холод и жару, ужасные пробки. Гордишься им перед другими детьми. А сегодня? Говоришь, это уже не модно, не желая надевать его ботинки. Не носишь его очки. То, чем ты гордился в свое время перед своими друзьями, его одежда, вещи, машина, тебе уже не нужно. Его привычки и поведение раздражают. Теперь тебе стыдно за него перед друзьями. Опаздываешь, волнуется, но прячет свои...